Да, дорогие друзья, братья и сестры, хочу вместе с вами сказать слава нашему Богу. Завтра мы будем вспоминать замечательное событие, которое произошло на этой земле, когда от этой грешной земли вознесся к престолу Божьему Божий Сын, воссел одесную Отца для того, чтобы ходатайствовать за нас, просить Бога за нас. Это великая Божья милость. И вот представьте себе, мы ищем человека, который где-то бы в high places, в высоких местах на этой земле знал о нас и мог замолвить доброе слово. А здесь сам Сын Божий, одесную Бога Отца, просит о нас с вами. Это великая Божья милость. Слава нашему Богу. А сегодня по замечательной христианской традиции хотел бы еще раз приветствовать вас. Христос воскрес! Слава нашему Господу! Это благословенная правда. Мы продолжаем изучение Деяния, и сегодня мы рассматриваем шестую главу. Пожалуйста, откройте свою Библию, чтобы вы могли тоже следить за тем, что мы вместе здесь читаем. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пещись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим их на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Итак, эта глава начинается с тех слов, что в те дни, когда умножились ученики, то есть христиан становилось очень много, уже исчислялось не в сотнях и не в тысячах, а в десятках тысяч верующих людей. И вот в то время, когда умножились люди, как мы уже раньше читали, они все были в Иерусалиме, они еще не расходились, не было другой какой-то церкви, и все те, которые приходили, иудеи, евреи и еленисты, которые приходили с разных мест в Иерусалим, и вдруг здесь они слышали слово о спасении, слово благодати, они оставались в Иерусалиме. И таких людей стало очень много, потому что очень много евреев жило и еленистов жили в разных частях Римской империи. И когда они сходились, они оставались там. Там были их вдовы, там были люди, которые были с достатком, и были люди, которые не имели достатка. Были люди, у которых были земли где-то в Римской империи, они продавали свое имение, приносили к ногам апостолов, а были и те, у которых ничего не было. И мы читаем о том, что у еленистов был ропот на евреев. Кто такие еленисты? Ну, слово «елен» вообще-то означает «грек». То есть греки себя называли еленами. Слово «грек» – это так римляне греков называли. Когда Рим победил Грецию, то тогда они греков называли вот таким словом. Но сами греки себя так не называли. Они себя называли еленами. И это слово, оно вроде было такое оскорбительное, в общем, неприятное было слово для греков. Еленисты – это евреи по национальности, по рождению, которые не жили в Иудее, которые жили в Римской империи. И они, многие из них не говорили по-еврейски, они говорили на том языке, в котором они жили, в основном говорили на греческом. Они давали своим детям греческие имена. Они, в общем-то, были отдельной культурой, но они понимали, кто они такие, и они приходили в Иерусалим на поклонение. И вот здесь получалось так, что у них были вдовы, и они нуждались.
Но они были гости. Ведь мы все понимаем, прекрасно понимаем, кто свои, мы понимаем, кто наши. Мы знаем друг друга в лицо, и мы знаем, что вот этот человек, у него есть, или она вдова, или вот у этого человека есть нужда. Эти же люди были гости. Многие их не знали даже в лицо. И вот они, представьте себе, в чужом городе, никого не знают. Вот они покаялись, они стали христианами. Может быть, какой-то их круг, вот с той местности, откуда они приезжали, их знали. А местные люди их не знали. Все же приносилось к ногам апостолов. И легко можно согласиться с тем, что да, было такое, что, может быть, кого-то пропускали. И кому-то доставалось больше, кому-то доставалось меньше. И это вызвало ропот, это вызвало недовольство. О чем это говорит нам с вами? Это говорит о том, что даже в самой лучшей церкви могут быть недоразумения. Может быть, что-то, что не устраивает всех людей. И интересно, что вот мы смотрим на Первоапостольскую церковь, как на эталон совершенства. Но даже и там были недоразумения. Даже и там было то, что вызывало у людей недопонимание, проблемы и какой-то ропот. Мне очень понравилось в одном толковании, было написано так, что хорошо ходить в ту церковь, где проблем мало и они маленькие. Хуже ходить в ту церковь, где проблем много, и они большие. И поэтому совершенной церкви не будет, потому что она состоит из нас, людей несовершенных. Но хорошо, если мы прилагаем все старания, чтобы вот наша поместная церковь, в которую мы ходим, чтобы там было проблем мало, и чтобы они были маленькие, и чтобы их можно было решить. Дальше мы читаем, что произошел ропот. То есть неоткрытая конфронтация. Это были люди верующие, которые покаялись, которые были исполнены, как здесь написано, великая благодать была на них. Поэтому они никогда бы себе не позволили открытую конфронтацию. Они бы не позволили себе какой-то бунт или мятеж, потому что они стали христианами, в них был Святой Дух, они жили совершенно уже по другому пониманию жизни. Возможно, если бы что-то подобное произошло в наши дни сегодня, то здесь бы уже и в новостях об этом говорили, что расизм, что не принимают так, как надо, что какие-то проблемы, уже бы там, может, какое-то деление было. Там обошлось, мне даже не так слово «ропот» нравится, как в английском переводе «murmur». Знаете, даже если вы скажете это слово «murmur», «murmur», да, что-то такое, в общем, бурчание такое недовольное, не так даже ропот, как недовольное бурчание, или, можно сказать, недовольный шепот. Такой разговор, где люди между собой, ну вот ты видишь, мне не досталось, или вот нашим мало, вот тем больше как-то. Но что еще замечательно, что можно заметить, и что важно заметить, что апостолы не закрыли на это глаза. Они не сказали, что, ну, это еленисты, с ними всегда проблемы, они то и не живут здесь. Главное, что наши, вот мы за своих беспокоимся. Ничего подобного. Апостолы, услышав об этом, решили, что да, раз есть проблема, значит, ее надо решать. Нельзя просто так закрыть на все глаза. К тому же мы читаем о том, что все деньги, которые приходили от продажи имений, и то, что просто люди хотели пожертвовать, они приносили апостолам. И апостолы это раздавали другим людям. Что они говорят? Что нехорошо нам, оставив Слово Божие, пещись о столах. Ну, представьте себе, десятки тысяч христиан. Попробуй вникнуть в физическую нужду каждого. Да они только и делали, что этим занимались. Они говорят, что они сами по себе заметили, что мы оставили Слово Божье. Иисус Христос посылает их проповедовать. Они говорят, что мы оставились, и мы заботимся о столах. В этом все проходит наше время. Они сами заметили это. О чем это говорит нам с вами? Что we need to set our priorities. Нам надо как-то следить за тем временем, которое мы тратим, которое мы проводим. Ведь мы же не можем делать все. Знаете, как в старой русской сказке один человек о себе говорит, что я и пахарь, я и жнец, я и на дуде и грец. То есть я все могу делать. Так вот, мы к этому не призваны. Каждому из нас Бог дает свой особый какой-то дар. И вот хорошо, когда человек это делает.
Плохо, когда на него, на одного человека нагружают все, потому что он может, и потом этот человек уже ничего не делает. Или когда человек думает, что кроме него никто ничего больше сделать не может, начинает на себя принимать столько уже обязанностей, что все становится без присмотра, никуда не успевает, не может все за всем успеть, и это приносит проблемы. И поэтому апостолы говорят, что ну нехорошо, мы оставили самое главное, пускай кто-то другой этим займется. К тому же, это, в этом не было намерения апостолов, чтобы обходить вдов еленистов. Но сам факт того, что это происходило, оно вызывало недовольство. То есть на них люди недовольствовались, что оказывается апостолы, такие духовные люди, но нас пропускают. И их вовлечение в это дело, оно вызывало какой-то ропот. Это опять-таки говорит нам о том, что не надо делать все, потому что когда человек начинает делать все, то оно начнет со временем вызывать ропот со стороны людей, которые страдают от того, что один человек на себя навлекает и набирает столько занятий, что уже не может ничего понести, и в результате этого начинают страдать люди, которые, в общем-то, от этого служения должны получать поддержку. Апостолы, видя это, решили, что надо избрать диаконов. Само слово «диакон» обозначает помощник, помощников, которые бы им помогали. Кстати, подобная же позиция была и в синагогах, которые были в то время. И, кстати, то слово, как они в синагогах называли помощников, я не специалист в этом языке, поэтому не скажу вам, как оно произносится, но говорят, что звучит очень близко с произношением слова «диакон». Итак, апостолы решают избрать себе помощников. И интересно, как они это делают. Ну, если так рассудить, они бы могли просто выбрать себе людей, вот кто им нравится, кого они знают, кто близкий им. Но мы читаем о другом. Они говорят, что, братья, выберите из среды себя 7 человек. И это было угодно всему собранию. Это говорит нам о том, что апостолы ничего не делают без церкви. Они вовлекают всю церковь. Казалось бы, они были духовным авторитетом. В результате их проповеди эти люди покаялись. Однако они сами не решают этого вопроса. И это ставит определенный принцип руководства в церкви, что ни служитель сам, ни 2 или 3 человека не решают всех вопросов. Есть церковь, и все выставляется и представляется перед церковью. И когда, как написано, угодно было это всему собранию, это принесло плод, это принесло благословение. Это не принесло раздора, это не принесло то, что кто-то сказал, вот вы видите, они сами правят, они власть берут в свои руки. То есть это не подняло еще какого-то ропота, наоборот, это стало или это было угодно всем людям. И как замечательно, когда в церкви есть устройство, когда все то, что делается в церкви, приносит людям благословение, радость. Они понимают, что да, и со мной считаются, я тоже часть этой церкви. Я не просто прихожанин здесь, я не просто еще одно лицо в картотеке какой-то. Я часть этого организма, и меня тоже спрашивают. Апостолы не назначают диаконов. Люди избирают. Интересно, что они достаточно доверяли людям. Они не сказали, что вот мы и выберем, а вы как-то, ну, уже поставьте свой апрув на это. Нет, они говорят, что вы выберете. То есть они доверяли людям. Вы можете это сделать. Выберите из среды себя. Вы же знаете, вот те, с кем вы общаетесь, кто близкий в ваших кругах, выберите из среды себя. А мы их благословим. Они доверяют людям в этом. Со своей стороны, они выставляют определенные параметры, по которым эти апостолы должны избираться. То есть это не могут быть просто кто попало. Это должны были быть особые люди и были особые параметры, по которым они были избраны. Но вот что еще замечательно. То, что все те, которые избраны, вот мы их имена прочитали, это все еленские имена. То есть все имена, которые вы здесь прочитаете, это все греческие имена. О чем это говорит? Это, в общем-то, говорит нам о многом. То, что там никто из иерусалимских не поставил своих людей.
Они заметили, что ропот или murmuring идет от еленских вдов. И желая им послужить, они говорят, ну кто вас больше знает? Из ваших же местностей, давайте тогда из ваших же людей мы и поставим туда тех, которые будут вам служить. Посмотрите, какая-то любовь, какое-то расположение к людям, которые, в общем-то, даже не жили с ними. Они даже не были родом или уроженцы, как можно так сказать, Иерусалима. Они прибыли с других мест, но к ним было такое расположение, такое желание помочь, что даже диакона выбрали именно из тех, которые были с их стороны. Какие обязанности выпадали на диаконов? Ну, во-первых, стоит заметить, что постановление диаконов не было повелением Христа. Мы нигде не читаем в Евангелиях, чтобы Иисус Христос сказал, что придет время, в Иерусалиме умножатся ученики, и вам надо будут помощники, поэтому поставьте диаконов. Мы такого не читаем. О чем это говорит нам с вами? Это говорит нам о том, что церковь может решать вот те задачи, которые ставятся перед ними в зависимости от обстоятельств. Конечно, это не должно противоречить духу Евангелия, духу Писания, но то, что ставится перед нами, мы должны решать эти вопросы. И таким образом, скажем, у нас есть воскресная школа. Где вы прочитаете в Евангелии, чтобы было такое повеление, что вот учите детей, создайте воскресную школу, преподавайте им? Нигде этого мы не читаем. У нас, скажем, в нашей церкви, глядя на то, сколько у нас людей, какие у нас обстоятельства, у нас есть служба порядка. Из кафедры всегда говорится, что слушайтесь этих людей, которые управляют порядком в церкви. У нас есть миссия Суламита, где есть дела милосердия. У нас есть другие, очень много миссий, которые что-то делают, что не было написано в Евангелии, что вот вам надо создать одну или другую или третью миссию. И даже сам ход служений в разных странах бывает по-разному. Если вы попадете в Африку, там по-другому проводят собрания, чем их проводят у нас. Если вы попадете где-нибудь в сельскую церковь, небольшую, там может быть по-другому. Почему? Потому что церкви дана возможность в зависимости от тех обстоятельств, в которых она находится, применяя к своей местности, к своим людям, устанавливать свой какой-то порядок, чтобы он не противоречил тому, что написано в Библии. Их делом апостолов было распределение помощи среди учеников. Это были финансы, то есть все эти деньги, которые приносились к ногам апостолов, они передавали диаконам, и они это раздавали людям, глядя по необходимости или по нужде каждого человека. Были вопросы пищи, были вопросы жилья, были вопросы просто бытового, каждодневного порядка, о которых надо было позаботиться, и вот диаконы это делали. С течением времени эти обязанности расширялись, они дополнялись и становились больше. И дальше, когда мы почитаем уже в посланиях, когда мы дальше читаем о диаконском служении, то мы видим, что их обязанности становились шире. И первая обязанность – это было помогать пресвитеру, помогать епископу, помогать, если как на сегодняшний день сказать, пастырю церкви. И диаконы избираются для того, чтобы ему помочь. И любой диакон, который избирается в церкви, он видит своим первым долгом помогать служителю, диаконом, которого он поставлен, помощником, которого он поставлен. Дальше обязанности были такие, как и тогда, это управление церковным имуществом, то есть и церковное имущество с годами изменялось, кто-то больше приносил, где-то меньше было, но их делом было управлять этим. Потом была подготовка к богослужению, подготовка к крещению, подготовка к хлебопреломлению. То есть это было делом диаконов, и они заботились об этом. Их делом было прием гостей, когда приезжали гости, странники с других каких-то мест. Дело диаконов было позаботиться о них. Забота о нуждах церкви и забота о бедных и неимущих. Это было работой и делом диаконов. В то же самое время было то, что диакон не мог делать. Он не мог священнодействовать. Он не мог рукополагать на служение других людей. Это не было в его jurisdiction, если так можно сказать. Это не было его правом.
Его правом не было благословлять чашу и хлеб во время хлебопреломления. И его делом не было, то есть это не было частью диаконского служения, принимать исповедь и вести душепопечительскую работу. Хотя были времена, когда по дозволению пастыря диакону разрешалось делать и это. Но это уже зависело от пастыря, от пресвитера церкви, который видел, что этот человек уже может делать, и ему можно доверить еще что-то другое. Какими качествами должен был обладать человек до диаконского служения? Знаете, это очень интересно. Когда читаешь об этом, то просто дух захватывает у тебя, потому что ты понимаешь, насколько высока была планка, которую ставил Бог для своих служителей. Апостолы говорят, что диаконом должен был быть человек, выберите, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Тут каждое слово имеет огромное значение. Изведанных, то есть это не были новички, это были люди, которые изведаны были в чем-то, они уже себя в чем-то показали. И поэтому в любой церкви не ставят диакона просто так, а человеку говорят, вот мы хотели бы, чтобы ты занял это место. Поэтому, пожалуйста, ты на испытании, мы присматриваемся к тебе. То есть человеку дают возможность, чтобы он был изведан в каких-то делах, поступках. Исполнен Святого Духа. Как это важно. То есть его наполнял, что значит исполнен? Помните, мы уже говорили, это как парус, который ветер наполняет парус. Вот что значит исполнен. То есть он движим Святым Духом. Он не просто живет в свое удовольствие, занимается своей обычной плотской земной жизнью, и тут на тебе еще ему дали должность диакона, потому что он успешный бизнесмен. Нет, он движим Духом Святым. И третье – мудрости. То есть он не просто духовный человек, он еще и человек умный, потому что ему надо распоряжаться финансами, ему надо распоряжаться бытовыми вопросами. Это должен быть человек умный, который знает, как иметь дело с другими людьми. Вы знаете, я когда читаю это и думаю, вот избрали 7 человек, из 7 еленистов, то есть там было из кого выбрать. Я думаю, это же насколько у них был богатый запас, вот как бы сейчас, на сегодняшнее время сказали, человеческого материала, то есть запас умных, способных, благословенных людей. И когда мы читаем, кем был, скажем, Филипп или Стефан, то он бы на сегодняшний день Папой Римским мог бы быть. А в то время он был диаконом. То есть вы замечаете, да, разницу, насколько оскудевает запас человеческий. Я читаю, я не знаю, может быть, вы слушаете, у вас другое мнение о себе. Я читаю, я не думаю, что меня бы выбрали туда, в диаконы. Потому что мы понимаем наши способности, и мы понимаем то, что требовалось от людей, которых ставили на то время на диаконское служение. 1 Тимофея, 3 глава, 8-10 стих говорит о том духовном и душевном состоянии, в котором должен был быть человек, которого ставят на диаконское служение. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочный, допускать до служения. То есть это люди, которые еще не диаконы, вот, но такими они должны быть, чтобы стать на это служение. Но в основном это были мужчины, мужчины взрослые, у них уже были семьи, поэтому там было еще и отношение к его жене, кто его жена, потому что это очень важно. Если вы знаете, вы женатые люди, мужчины, у которых есть жена, вы понимаете, что если ваша жена не очень хорошая женщина, то у вас будут очень большие проблемы и очень часто. Поэтому написано было и о их женах. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Жена может знать все и знает все в доме, и если она клеветница или не трезво мыслит, то об этом будет знать весь город. И поэтому очень важно было, чтобы и жены были на своем месте. Важна была и домашняя жизнь служителя. 1 Тимофея 3:12. Диакон должен быть муж одной жены,
хорошо управляющий детьми и домом своим. Английский перевод говорит «one woman man», то есть это ближе к греческому, и здесь в необыкновенной форме сперва становится женщина, а потом мужчина. One woman man. Хотя в нашем славянском переводе муж одной жены, то есть сперва муж, потом жена. О чем это говорит? Ну, знаете, есть разное бывает. Я встречал разных и диаконов, и пастырей. Кстати, один наш спонсор был женат 4 раза, будучи пастырем церкви. И все 4 жены были живы и здоровы. Так вот, здесь возникает вопрос, ну а что если человек очень способный? У него все получается в бизнесе, у него все получается в делах каких-то, но с женой не может нормально сжиться, развелся. Не мог он быть, даже если и способный. Почему? Потому что его было дело, мы об этом еще поговорим, не только физическое, но и духовная работа. Но не может он быть хорошим духовным работником, если дома, в самом, как говорится, ядре его жизни разлад. Непонятно что. Но что если дети неверующие? Знаете, здесь отцы церкви расходятся на 2 таких разных лагеря. Одни говорят, что если это дети, которые живут в твоем доме, то есть они маленькие, они еще под твоей ответственностью, они должны быть верующими. Но когда они вырастают, когда они уже становятся самостоятельными, взрослыми людьми, то тогда ты не можешь нести за них ответственность, потому что они сами выбирают, они делают свои выборы, и ты не можешь их заставить делать одно или другое. Поэтому большая часть святых отцов и отцов церкви говорят именно так, что пока дети в твоем доме, пока они под твоей опекой, твоей ответственностью, они должны быть христианами. Но когда они выходят из под твоего крыла и занимаются своей жизнью, то там уже не всегда этот человек может быть ответственным за них. Итак, мы видим, что действительно планка для служителей очень высока, особенно в моральном и духовном вопросе, но в то же самое время велико и воздаяние. И мы читаем Тимофея, 1 Тимофея 3:13. «Ибо хорошо служившие подготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Как смотрите, как важно это, приготовляют себе высшую степень. Вот пока мы живем на этой земле, у нас есть возможность подготовить для себя высшую степень. Этой возможности не будет в вечности. А вот здесь, на земле, и поэтому все те служители, которые стараются, которые что-то делают, может быть, вас никто не замечает. Может, никто в жизни вам доброго слова и спасибо за это не скажет. Не переживайте. Есть Бог на небе, который видит ваше доброе сердце. И вы приготовляете перед Богом высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Кто же были эти избранные, этих 7 человек? Мы читаем: «И избрали Стефана, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца». Как пойдет дальше их жизнь? Что ожидает этих людей в будущем? Как закончится их жизнь на этой земле? Тогда для них это была неизвестность. Они только стояли перед церковью и перед апостолами, которые их благословляли. Сегодня мы знаем, что их ждало впереди. Стефан, муж, исполненный верой и Духа Святого, исполнял диаконское служение, побит камнями в Иерусалиме. Филипп тоже избран диаконом. Кстати, предание церковное говорит о том, что он был из тех 70, которые когда-то следовали за Христом, потом отошел, но по воскресению Христова возвратился. И, кстати, другие тоже. Тут из 7 диаконов 5 были из тех 70, так говорит церковное предание. Он был избран диаконом, также стал благовестником, на наш язык евангелистом. Через него уверовал евнух, через которого основалась церковь в Эфиопии, начало Африки для Христа. Филипп жил в Кесарии, у него было 4 дочери-пророчицы, позже он стал епископом в Анатолии. Прохор, по традиции племянник Стефана, сопутствовал и служил Петру, а потом Иоанну, то есть диаконы, они служили епископом, пресвитером. Был рукоположен епископом в Антиохии и нес там служение, где и принял мученическую смерть.
Никанор, родом из Фессалоники, тоже был рукоположен диаконом, совершал диаконское служение, принял мученическую смерть в 76 году в Кипре. Тимон, рукоположен епископом в Басторе в Аравии, был сожжен язычниками на огне. Пармен проповедовал в Асии, рукоположен епископом в Кипре, принял мученическую смерть при Трояне в 98 году в Филиппах, это Македония. И последний Николай Антиохиец. Вот с этим человеком информация такая смутная. Ранние отцы церкви, такие как Ириней, Эпифан, Теодор и Ипполит, говорят о том, что вот те николаиты, о которых написано в Откровении, что Христос ненавидит их дела, что вся эта группировка или эта секта, как сегодня бы сказали, они берут свое начало именно от этого Николая Антиохийца. История такова, что у него была очень красивая жена, а он был очень ревнивый человек и очень ее ревновал. И когда апостолы обличили его в этом, то он сказал такую фразу, что «да мне вообще-то и все равно, раз так, то она вообще может стать женой любого другого человека». И буквально все отцы церкви, у которых есть высказывания, они, в общем-то, не об этом случае говорят, они говорят о секте николаитов, но говорят, что от этого пошло. И те, которые услышали это, кто-то понял превратно, а кто-то говорит, что он действительно был такой, и после этого извратился и пошел в другую сторону, и совратился с пути Христова, но после этого у них и пошло такое учение, что, в общем-то, жены у всех могут быть общие, и была полная моральная распущенность, и это перешло в так называемую секту, и уже читаем мы, когда в Откровении, то Христос говорит, что «я их дела ненавижу, потому что они развращают души людей». Некоторые отцы церкви говорят, что да, и этот Николай Антиохий, что именно он был основателем этого, поддерживал это. Другие говорят, что нет, просто вот эту его фразу исказили, и взявши его имени, от его имени начали учить неправильно. Как бы то ни было, к лику святых он не причислен, и во всех, ну, скажем, у католиков, у православных, его имя пишется другим цветом, с маленькой буквы, и считается, что, в общем-то, он недостоин того звания, которое он носил. Хотя Богу все известно. Вы знаете, мы, как люди, можем сильно ошибаться. К тому же, предание – это не то, что написано в Евангелии. Но из этого мы можем получить урок. Мы должны быть осторожными с нашими словами. Потому что слово человек сказал, не подумал, а потом могут быть серьезные проблемы. Как видим, разные судьбы были у этих людей. Такой, как Стефан, очень недолго, знаете, он как яркая искра засиял, побит камнями. А такой, как Филипп, очень долгое время, мы даже читаем дальше в Деянии апостолов, когда Павел и Лука, и те, которые были, возвращались, они остановились у него были дочери, то есть у него была семья, и похоже, что он жил долгой и хорошей жизнью. Но, вы знаете, это все в будущем. А сейчас они стоят перед апостолами, и те, возложив на них руки, помолились о них. Это первое рукоположение в истории церкви. До этого еще рукоположения не было. Это первое. Что дало это рукоположение? И вообще, почему в церкви это делается? Ведь мы можем понимать, человек, скажем, закончил библейский колледж, ему там дали диплом, он там может быть лучший ученик. Но это еще ничего не значит. Есть важный акт рукоположения, который должен происходить в церкви. И для нас, как для христиан, мы понимаем, что это важно. И да, ты можешь быть умным, ты можешь быть способным. Но должно произойти рукоположение, которое даст тебе определенную власть в духовном мире и среди церкви, среди людей. Мы как церковь, мы не признаем какие-то бумаги, лайсенс человек достал, он купил лайсенс, зарегистрировал себя проповедником, пресвитером или еще кем-то. Это для нас ничего не значит. Люди смотрят, кто рукополагал этого человека. Какое, и ладно, люди, в духовном мире это ж сколько значит. Ведь это же не просто так. Апостолы рукоположили их, и это рукоположение дало им определенную власть в мире духовном и в мире физическом. Их признавал духовный мир.
И мы видим это в Писании. Вы помните даже сыновья Скевы, священника, которые тоже будут в Деяниях, где они хотели изгнать бесов из одержимого человека. Он сказал, что Иисуса знаю, Павел неизвестен, то есть его имя было известно там. А вы кто такие? То есть вы ничего не значите. Хотя, может быть, вы и способные люди, и вас даже много. Происходило ли изменение в душах людей после рукоположения? Опять-таки, мы видим и история, и реальность наших дней говорит о том, что бывают разные результаты. Были такие результаты в истории церкви, где рукополагали, не зная человека не очень хорошего. Но в момент рукоположения что-то менялось в его душе. И он понимал, что он больше не может жить развратной, беспутной жизнью. Он понимал, что меня рукоположили, все, я теперь совершенно другой человек. Были люди, которые после рукоположения переживали особое благословение, наполнение Духом Святым, силой Божьей, понимая ответственность, которая теперь на них возложена. А были люди, которые, ну, все, я достиг, чего хотел, меня признали и, в общем-то, начинали жить не совсем хорошей жизнью. Это одно. Второе, что очень важно, после рукоположения учащаются атаки от дьявола. И если человек не бодрствует, если он считает, что, ну, все вроде бы, все уже сделано, и может и не заметить, как пойдет под откос. Потому что теперь он официальное лицо, как в мире людей, так и в мире духовном. И поэтому он должен бодрствовать. Что еще Писание говорит нам? Евреям 7 глава, 7 стих. «Без всякого прикословия меньший благословляется больше». То есть всегда рукополагает тот, который выше, тот, который больше. Что важно в этом? При правильном духовном состоянии, как одного, так и другого, передаются духовные качества тому, который принимает рукоположение, от того, который выше его. И поэтому очень важно, чтобы тебя рукополагали люди духовные. Ну, не просто те, которые... И те, которых замечательно еще, если это в твоей церкви, которых ты знаешь, это твой пастор или твой епископ, старший служитель, потому что это дорогой тебе человек. Это не просто кто-то, кого ты, может быть, первый раз в жизни видишь. И поэтому, когда апостол Павел давал Титу наставление, он говорит, что закончи то, что я не успел закончить. Надо рукоположить людей. Поэтому побудь там, чтобы ты узнал тех людей. Чтобы у вас было какое-то, ну, духовное родство. И тогда твое благословение перейдет на этих людей. Но не только это, но так как мы и прочитали, что хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение, веря во Христа Иисуса. То есть, если тебя рукоположили достойные, хорошие люди, и ты сам прилагаешь старания и труд к этому, то ты добавишь к этому духовное благословение и приготовишь для себя высшую награду. Есть слово и к тем, которые рукополагают. Вот интересно написано 1 Тимофея 5:22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах». Этот стих тоже говорит о многом, потому что если епископ или пресвитер рукоположил кого-то, может быть, не зная или не совсем имея духовное откровение человека, а потом этот человек начинает что-то куролесить, делать непонятно что, то его спрашивают, а кто же тебя рукополагал? А вот тот. И он уже становится участником в делах этого человека. То поэтому к этому надо подходить очень осторожно. Хотелось бы сказать нашей церкви, церкви Суламита, у нас довольно много рукоположенных людей. Это и пресвитера, это и диакона. Что мы делаем с этим благословением? Нас благословили хорошие люди. На нас возлагали руки хорошие люди. Что мы делаем с этим благословением? Как мы участвуем в духовной жизни церкви? Насколько мы понимаем, что я рукоположен, то есть на мне ответственность. Я не просто человек, ходящий по этой земле. Я рукоположен. У меня есть ответственность в духовном мире. У меня есть повышенная ответственность моральная перед людьми и в духовном мире. У нас, я не знаю, около 30 человек, диаконов в церкви. У нас
много пастырей в церкви. Насколько мы серьезно относимся к этому, потому что мы в ответе за это перед Богом. Совершив это дело, апостолы погрузились в свое служение. И они говорят, что «а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Вы знаете, вот Царство Божье, оно совершается в молитве и служении Слова. Здесь нет никаких гиммикс. Да, мы можем добавлять и пение, и хор, и еще какие-то труды, но главное – это молитва и служение Слова. Если забрать у церкви молитву и служение Слова, все, церкви нет. Церкви нет, все, и верующего нет. Пускай даже останутся хоры, пускай останутся сольные групповые пения. Все, церкви не будет, если у нее забрать молитву и Слово Божье. И поэтому апостолы говорят, что мы пребудем, мы постоянно в этом пребудем. Вы знаете, отвлечься от этого, дьявол пытался отвлечь апостолов разным способом. Во-первых, это гонение. А потом вот эти столы, надо было заботиться о столах, и это отвлекало их. И апостолы, интересно, что они не согласились ни с одним, ни с другим, они не согласились ни с гонением, ни со столами. Все, пожалуйста, пускай это делают другие, если на это поставим диаконов, а мы пребудем в этом. Вы знаете, как легко отвлечься, и ведь мы понимаем, что служитель говорит Слово Божье людям, для людей, от Бога для людей. И молитва его идет от людей, от себя и от людей к Богу. Я, вы знаете, когда рассуждал об этом, честно вам признаюсь, упал на колени и каялся перед Господом, потому что думаю, Господи, как мало я молюсь за церковь, в которой я тоже служу. Как мало я это делаю. Потому что ну, мы же призваны. И апостолы говорят, они представляли церковь, они говорят, что мы будем служить людям словом, то есть от Бога к людям. Но и от людей к Богу будем нести молитву за каждого человека в церкви, за каждую душу, потому что это наше дело, это наше служение. Не согласен на это, значит, не будь рукоположен. Но если ты это сделал, если ты служитель церкви, то это наша прямая обязанность проповедовать и молиться. Молиться за себя, молиться за церковь, молиться за нужды людей. Мы обязаны это делать, это наша обязанность. И если мы не будем это делать, то есть такое понимание, как долг священника. Если человек долг священника не исполняет, то почитайте, что случилось с сыновьями священника Илия, которые долга священников не исполняли. Апостол Павел пишет Тимофею, 4 глава, 14 стих. Не роди, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. То есть, оказывается, можно просто не родить. Да кто я? Я простой человек. Ну что я? Что я могу? Не роди об этом. Раз ты служитель, то тогда служи. И от Бога к людям, и от людей к Богу. Совершай свое служение. А церковь, дорогая, должна поддерживать своих служителей. Молиться о них, помогать всеми возможными способами, потому что в другом месте написано, если мы не будем это делать, это для нас будет плохо. Результат труда был очевиден, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Вот интересно, что когда Христос служил, был на этой земле, служил людям, в Иерусалиме у него было меньше всего следователей. Его там не принимали. Но здесь Иерусалим становится центром, отсюда разглашается, распространяется Евангелие. И мы даже читаем, что священники покорились вере. То есть само слово не просто уверовали, покорились. Это слово проповеди апостолов настолько было исполнено силой благодати, и они чувствовали, что им надо покориться, послушаться этому. И это так замечательно, потому что те из священников, которые веровали, они знали закон, они знали Ветхий Завет, они становились лучшими проповедниками, которые потом шли и проповедовали Евангелие. Апостолы не были единственными, которые совершали чудеса и знамения. И дальше в этой главе мы прочитаем про Стефана, и вообще это очень интересное повествование, хотя я думаю, что мое время уже закончено, мы будем молиться и просить Бога, чтобы Бог нас благословил,
чтобы Бог благословил нашу поместную церковь. Я понимаю, что нас слушают и те, которые ходят в другие церкви. Это не так важно. Вот та церковь, в которую вы ходите, там есть служители, поддерживайте их. Там есть ваши братья и сестры, молитесь за них. Если те, которые слушают меня сейчас, вы тоже служитель в церкви, вы диакон, вы пресвитер, это наша обязанность. Не пренебрегать тем даром, который нам дан, по рукоположению людей, которые благословляли нас на определенный труд. Насколько серьезно мы должны подходить к этому. Мы понимаем, да, что в этом мире, если ты придешь куда-то, скажешь, я CEO какой-то организации большой, там, я старший в Apple, тогда. А если ты придешь, скажешь, я пастырь, ну и что, что пастырь? А в духовном мире это значит очень много. Насколько мы исполняем свой труд. Если вы диакон в церкви, насколько это важно. Если вам вверяется какой-то труд, тоже, как это важно, отнестись к этому серьезно. То ли это участок, который вам доверен, то ли это просто вас просят что-то сделать, насколько важно исполнять нам веренное. Потому что это происходит изведывание нас, как людей. И поэтому пускай Господь благословит и всю нашу церковь, вообще всю церковь Господню, чтобы мы старались жить по Слову Божью, которое написано для нас. А сейчас давайте склонимся, помолимся перед Богом.